не отменяется тут этажи. Я думал, что будут, а оказалось, что нет. Тут какие-то кнопки другие. Не такие, как обычно у Отисов. Выщи 5000. Реально другие кнопки. Прям явно. Замененные такие кнопки немножко. Не такие, как обычно. Опять этот лифт приехал. Видимо, этот не работает. Там на нулевой. На нулевой. На нулевой. Всех. Прикольно, мамушки в шахте. Пойдем. Ну ты что, спать хочешь? Красиво выглядит. Ух ты! А не секи, второй лифт работает, извиняюсь, так сказать. Я ошибся. Я не думал, что он на самом деле работает. Проехал просто. Это что это вдруг так? Взял и мимо проехал. Наконец-то. Подземная очень красиво выглядит. Лампочки. Еще вот это вот атриум.
Вообще прикольно. Очень раз все лампочки в шахте. Прям светится. Я сам буду так не поднимать. Вообще очень красиво прямо. Так можно посмотреть. Все, тут вообще офигенно. Реально. Можешь потолок посмотреть. Вот это я понимаю. Кстати, быстрые, да, очень лифты такие. Не знаю, один ли тут метр в секунду или нет, но они быстрые прям реально.